На празднике в честь 650-летия немецкого города Зулинген неизвестный мужчина ворвался в толпу и начал беспорядочно наносить удары ножом. Три человека погибли на месте, еще от 7 до 9 госпитализированы. Нападение произошло около 9 часов вечера 23 августа на городской рыночной площади Фронхов, где вечером началось мероприятие под названием «Фестиваль разнообразия». По словам очевидцев, появление неизвестного мужчины никто не заметил. Таблоид Билд написал со ссылкой на очевидцев, что нападавший был арабской внешности. Но у других крупных немецких СМИ найти подобных подробностей не удалось. Немецкая газета «Зорингер Тагеблат» со слов своих источников полиции и пожарной части сообщила о трех погибших, шести тяжелораненых и одном пострадавшем. Но также процитировала одного из организаторов праздника, объявив со сцены, что медики борются за жизни 9 человек. Личность и мотивы нападавшего пока не установлены. Полиция заявила, что преступник находится в бегах и у них пока очень мало информации о нем. По предварительным данным, нападавший действовал один.